Я присутствовал, когда господин Данквист открывал мероприятие, эту выставку. Я с ним согласен, что сейчас есть возможность у российских производителей работать на экспорт, представлять нашу продукцию. Я считаю, что это очень важно. И подобные мероприятия, тем более с такой программой, где люди могут неформально пообщаться, познакомиться, установить контакты с байерами сетей, с руководством сетей, как это было сегодня. Я считаю, что это очень полезное мероприятие и очень эффективное мероприятие.